В продолжении гастрономической темы скажу, что без яблок в этом году мы точно не останемся. В пригороде Краснодара уже вызрели ранние осенние сорта. Погода в этом году заставила садоводов понервничать. О том, как боролись за урожай, расскажет Яна Бузычкина. Она побывала в хозяйстве, где используют деликатные средства защиты растений. Кстати, в этом направлении Краснодарский край считается передовым, поэтому у нас выращивают экологически чистые продукты. Вот вам пример, смотрим. Этим летом загар противопоказан даже яблокам. Обгоревшие на солнце, они теряют вкус. Диагноз прост – солнечный ожог. Но в этом сезоне яблок печеных на ветке мало. Перед сбором урожая сады обработали спреем от загара из каолина – белой глины высокого сорта. Средство экологически безопасно, легко смывается водой. А без него, говорят агрономы, на 40-градусной жаре плод попросту сгниет. Для того, чтобы яблоки не подпекались, проводятся обработки калины, которые покрывают яблоко таким порошковым налетом, который уже предотвращает ожоги. Или уже устанавливается антиградобойная сетка, которая создает микроклимат на данном участке, и тоже яблоко сохраняет свой цвет, вкус. В этом хозяйстве витамины с ветки собирает около 600 человек. У каждой бригады план – два ряда в день. На 460 гектарах расположился как будто не сад, а зеленый город со своими улицами и кварталами. Женева, Эрли, Санрайз, Прима, Гала и Прикубанская. Весь спектр сортов от ранних до поздних. И все же погода повлияла на сбор урожая. Из-за обильных дождей и града аграрий немного потеряет в количестве. Рабочие планируют собрать около 100 тонн кисло-сладких. Здесь каждое яблоко как на подбор, и всем найдут применение. Убираем хорошее яблоко, чтобы было чистое, не деформированное, не порченное, потому что попадается иногда порченное. Его, конечно, мы отбрасываем, потом его на сок собираем. А сюда чистое, хорошее, красивое яблоко. Оно транспортабельное, оно вот жесткое такое вот. Как раз пока весь доедет до севера, будет то, что надо. И не только до севера. Кубанские яблоки едят в Рязани, Санкт-Петербурге и в Москве. Краснодарский край – один из регионов яблочных доноров. Эксперты отмечают, что за 5 лет он увеличил производство яблок на 2/3. Яна Бузычкина, Александр Ивановсков, телекомпания «Краснодар».